На сегодняшний день в управлении капстроительства есть жалобы от жильцов дома по улице Преображенская, 23, так называемый дом Либмана, об отсутствии крыши. Управлением капстроительства неоднократно проводились совещания с представителями подрядчика и акцентировалось внимание на необходимости проведения мероприятий по восстановлению аутентичного состояния крыши. А на последнем совещании, которое прошло в ноябре, представитель подрядной организации взял на себя обязательства по консервации крыши на данном объекте. Несмотря на это, на сегодняшний день подрядчик выполнил только частичное укрытие путем обустройства пленочного покрытия на полу четвертого этажа над квартирами, в которых и проживают жильцы. Остальные работы не выполнены. Весь этот период управление капстроительства настаивало и настаивает на выполнении работ по обустройству крыши в соответствии с ранее разработанным проектом, который выполнен с сохранением аутентичных геометрических объемов крыши. Все поползновения по изменению объемно-планировочных решений крыши с надстройкой мансарды управлением капстроительства отметаются. На сегодняшний день управлением капстроительства заказана корректировка проектно-сметной документации в разделе усиления фундаментов и стен здания. Данный проект находится на экспертизе. После прохождения экспертизы будет объявлен тендер на выполнение этих работ. С компанией «Укрспецпроект» на сегодняшний день решается вопрос о расторжении договора, а также ведется поиск компании, которая бы в кратчайшие сроки провела консервационные работы на крыше вышеуказанного здания.